Всем привет, друзья и гости канала. Мы продолжаем с вами работать на карте Сосновки и заканчиваем. Сегодня, друзья, у нас предфинальная серия на этой карте. В общем, я решил видео закончить, так как у нас выходит скоро новый DLC для фермы симулятора 2022. Вот, ну и тем более мы эту карту уже целые 2 года проходим. Представляете? Летсплей на 2 года. Вот. И мы же даже не продвигаемся никуда. Вот. Ну, короче говоря, принято было сегодня решение закончить, так сказать, сделать предфинальную серию на Сосновке. Вот, сделать предфинальную серию на Сосновке и закончить эту карту. Вот, в общем, в следующей серии мы закончим Сосновку. У нас будет финальная серия, где мы будем проводить инвентаризацию техники. Вот. Да и, в общем-то, анализ, что мы сделали и чего мы не сделали. Вот. Так что... Вот. И у нас 252 тысячи, друзья. У нас 252 тысячи с вами. Вот. Я, видите, тут уже начал Сергеем убирать картошку. Все же на этом поле. Вот, конечно же, я продолжу это все дело сейчас. Да, но я думаю, за кадром. Вот, и помните, у нас была такая цель, ну, не знаю, цель не цель, но мечта. Купить все поля в Сосновке. Вот, так вот, я эту цель оставляю вам, так как вы, мои юные зрители, будете работать на Сосновке. Я оставлю в следующей серии моды и стейт. Вот, мода там 3 или 4 гигабайта к этой карте и стейт, соответственно, к этой карте. Естественно, мы сюда будем возвращаться, да, когда захотим себя поностальгировать. Но будем в основном снимать другие, более интересные карты на 15. Да, я там смотрел, тоже полевое можно будет продолжить играть. Вот, в общем, в следующей серии мы подведем итоги. Вот, сегодня я, друзья, так хорошо поработаю, вот, прям плотненько. Вот, и будем подводить итоги нашего с вами прохождения. Это у нас получается какая серия? 43 или 44, да? Вот, я думаю, картошкой я позанимаюсь уже сам. Так, оно уже высыпается, да. Высыпается, это хорошо. Так, давайте посмотрим, что у нас и почем. У нас растет сильно щепа в цене. Вот щепу я продавал. 479 на садовом центре, да? 500 теплоцентраль. Давайте на теплоцентраль смотрите, это все для щепу. Так, дальше. Этот МТЗ мы можем... Кстати, друзья, я же продал весь силос. Вот, я продал весь силос полностью здесь по нулям теперь. Вот откуда у нас 200 с чем-то тысяч. Вот, я продал отсюда весь силос. Абсолютно весь. Так, что у нас по заданиям? Химия и жизнь. Так, нам это не интересно. Вот, нам интересно другое. Нам интересен ячмень. Так, картофель падает в цене, но, возможно, потом поднимется, да? Хорошо, сейчас мы, я так думаю, будем продавать щепу. Я запишу курс, да, для курсплея. И будем продавать с вами щепу на теплоцентраль. Давайте, где там наш? Вот он наш, 150. На нем мы и будем возить щиты. В общем, сейчас запишу я курс для нашего Костика. Вот, чтобы он продавал эту самую щиту, так как щипа у нас здесь на вес золота. Вот,
Ну и вы уже здесь будете хозяйничать, вы уже здесь будете продолжать развивать сельское хозяйство, так как через 2 недели, буквально 14 ноября, выходит новые делки для 22-й фермы, вернее. Вот так, давайте мы-ка подгоним наш детер Кристал. Я уже забыл управление. Так. Ка повернуть налево. М повернуть направо. Мы сделаем, чтобы ровно у нас было. Вот так. Так, а чего это я? Я ж на руле. Уже забылся. Так, как нам делать? Через базу? Есть ли наш кустик или там? Давайте, наверное, через базу сделаем. Техника разбросана. Так, все появилось. Появилось. Врезим вообще. Так, и у нас теплоцентраль аж... Ну, я бы сказал, недалеко относительно. Так, давайте мы и КамАЗ сразу тогда уберем. Вообще, КамАЗ нам пока что не понадобится. Вот, и мы в следующей серии будем покупать поля, которые не купили, технику. Короче говоря, сегодня мы заработаем. Ах да, друзья, кстати, давайте мы выплатим кредит у нас. В первую очередь давайте выплатим весь кредит. Все. Друзья, отдали мы полностью кредит. Смотрите, красота. Вот, 145 тысяч мы отдали с вами. А сюда щипаем не грузится, да? Так, понял. Вот, ну, значит, будем ездить на КамАЗе. Значит, КамАЗ как раз нам и нужен. Да, техники столько, что не знаешь, куда они уже стали. Так, ну, значит, на КамАЗе и будем работать. Вот, но без прицепа. На КамАЗе будем работать, но без прицепа. Так, хорошо, поехали. Вот, в общем, сегодня мы продаем всю нашу продукцию, которая есть. Так, работа с комбайном, транспортировка и продажа. Начать запись маршрута. Дай бог памяти мне, как пользоваться курсплеем. Я уже совсем забыл, как им пользоваться. Так, поехали. Сейчас запишем курс и пустим по этому курсу Костика, который будет продавать щиту на теплоцентрале и приносить нам лютые деньги, просто лютейшие. Так, естественно, мы притормаживаем на поворотах, чтобы сильно наш курс как-то не летал.
стараемся делать по правилам. Так, это у нас теплопультра льда. Давайте, друзья, еще раз перепроверим. Типа на теплоцентрале. Топ-5. Ну, давайте. Так, нам надо еще заехать еще так, чтобы высыпать туда щеку. Так, я вот нижнюю здесь вижу. Так, хорошо. Все по правилам, друзья, как положено. Вот. И едем обратно. Здесь уже можно немножко топить. Так, а сейчас мы будем поворачивать направо. Да? Или прям? Давайте вот так. И где-то там и закончим наш маршрут. Так, стоп. Так, да. Жаль. Опа. Так, окей, запустить по маршруту. А, прервать маршрут. После запуска. Со стартовой точки давайте. Так, а если продолжить маршрут? Вот, наконец. Вот, наконец-то наш Костик поехал. Я надеюсь, он не застрянет. Хорошо. Костик работает. А мы с вами, друзья, поехали, позанимаемся, так скажем, более важными делами. Так, ну, более важными делами это, естественно, картошка. Так, здесь у нас что? Здесь у нас ветки. Ну, давайте мы эти ветки, в принципе, переработаем. Их щиты мы особо так и не получим, так что... Так что ветки можно мы нам, в принципе, переработать. Вот, я, видите, здесь пилил полностью все деревья. Нужно будет еще нам поработать с мекорчевателем, и можно будет эти все поля объединить. Так, друзья, вы не подумайте, что я просто так щепу там, да, направо-налево. Просто мы с этих веток получили, ну, килограмм, наверное, 600 тысяч, это уже... Проверенный результат. Так, где там наш? Подъехал. Так, отлично.
Отлично, наш Костик поехал там. Мы с вами поработаем на картошке сейчас. Я думаю, мы еще отсюда начнем, чтобы легче было. Да, и врагу не пожелаешь такую технику. Вот, но благо деньги вот будут. Продажи щепы, как минимум. Вот плюс же у нас там и картошка, мы будем картошку продавать, да. Ну, короче говоря, Костик сегодня поработает у нас прям на славу. Так, а я, давайте посмотрим, как он вернется. Вот, вернется и загрузит. Так, ну он неплохо отправляет с работы, друзья. Прекрасно. Вот, просто прекрасно. Итого у нас 100 тонн щепы уже. Так, ну а мы же, бригадиры, не будем заниматься с вами как-то фигнёй и будем работать. Вот, будем готовиться к отъезду. Вас поехал. Вот, будем работать и готовиться к отъезду. Посмотрим. Вот, в принципе, я думаю, пока что технику можно вот так побросать эту всю. Вот, потом уже расставлю я всю технику по порядку. Так, друзья, что у нас еще с вами не сделано? Ну, кроме картошки, я думаю, нам нечем, в принципе, заняться. А, нет, есть чем. Есть чем нам заняться. Это нам нужно купить пнекорчевалку. Так, оборудование для лесозаготовки. Вот, 5000 она стоит. Ну, друзья, недорого. Я думаю, давайте покупать. Так, купили, и теперь нам надо ее вернуть, приспособление на ферму. Хорошо. Вот она, наша пнекорчевалка. Поехали, выкорчиваем все пни. Вот, пока Костик продает, я на него рассчитываю. Вот, что Костик продаст щепу. Мы пока с вами, друзья, занимаемся пнями. Потом технику нужно будет всю вымыть, помыть. Грязная вся. Вот. Сосновки, друзья, мы, может, так сказать, не уезжаем, так как если нам будет такая уж ностальгия, мы так сильно захотим вернуться. Сосновку, то мы в нее обязательно вернемся. Один пин.
Так, потом здесь еще пенек у нас тоже есть. Хорошо. Вот, мы выкорчиваем пни, чтобы, соответственно, они нам не мешали потом объединять поля. Точнее, вам. Так, хорошо. Видите, такие вот тучи, суровое такое вот небо, и мы выкорчиваем пни. Замечательно. Так, и вот этот пень, да, самый большой. Все, последний пенек у нас остается, и все. Так, ну тут, соответственно, еще надо будет немножко поработать с брусом. Так, все, друзья. Тем временем у нас уже 140 тысяч. Пока мы все пни тут выкорчевывали. Тут же неплохо так работает. Вот, особенно Костик так неплохо мотается туда-сюда. Мне нравится. Так, все, поля, друзья, мы не будем сеять, так как сеять вы их уже будете, эти самые поля. Так, что там наш Костик? Вот сколько у нас еще остается? Остается у нас... Типа 66 тонн. 66 тонн у нас остается. Прекрасно. Так, ну я, друзья, думаю, что вот это конкретно можно забирать отсюда, да? Вот. Если, друзья, кто не понял, как продавать силос, вот, быстро, без ковша, все очень просто. Подъезжаете МТЗ, вот такой вот, подъезжаете вот к бункеру с трактором и с конвейерной лентой, включаете ее, подъезжаете на грузовике, да, или на прицепе же, и вот тут вот эти борта, как бы они открываются, и вы можете без ковша продавать, ну,
Вот. Ну, я думаю, вы уже запомнили, я это не один раз показывал, да, как это сделать, так что... Так, давайте мы перецепим меня, да? Перецепим меня. Вот у нас этот НТЗ в основном только здесь работает. Подскочили. Так, я думаю, можно будет это... Приопустить или сложить, посмотрим. Все, мы этот НТЗ освобождаем от работы на биогазе. Он у нас долго простоял там, друзья. Очень долго наш НТЗ там простоял на биогазе. Тихо. Так, ну и соответственно. Я думаю, давайте мы это на базу переместим, да, конвейерную ленту. Так будет гораздо проще нам. Вот так будет нам сотни раз проще, если не так сильно. Вот, ну вот, друзья, все, в принципе. Я буду дальше продолжать работать. Мы с вами сегодня. Ну, как-никак, но чуть-чуть поработали. Вот, я буду продолжать заниматься картошкой. Вот, потом буду эту самую картошку продавать. И буквально в следующей серии мы будем с вами покупать поля. Будем с вами покупать поля новые. Так, я рад, что если бы это не помешало тебе. Я безумно рад. И опять 20. Что ж поделать? Так. Трактора. Так, давайте вернем конвейерную ленту. Это она здесь. Ага, значит вот это, да? Всё, я надеюсь, что Костику она не помешает, нет? Хотя, может, помешает. Вот, так, ну мы ее вот так уберем. Всё, щипы остается совсем... Чуть-чуть, буквально 45 тонн. Да? Это наш КамАЗ.
Денежки. Просто деньги капают. Просто супер. Так, ну а на этом, друзья, я буду прощаться. Я буду заниматься дальше картошкой. Потом буду ставить кости по себе ковал. Вот, встретимся уже с вами в следующей серии, в финальной серии этой карты. Вот, поработать нужно как прям серьезно, я бы сказал. Вот, ну и мы все с вами ожидаем новые DLC для первого симулятора 2022. Вот, посмотрим, что там будет за новая карта, как там называется Зеленовка. Вот. А на этом, друзья, все. Всем огромное внимание, всем удачи, всем пока. Я буду продолжать дальше работать, зарабатывать. И... все, всем удачи и всем пока.